стало доброй традицией Министерства по чрезвычайным ситуациям в лице Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС участие в республиканской благотворительной акции «Рождественская елка. Наши дети». Дети имеют возможность из районов, которые наиболее загрязнены в результате последствий аварии на Чернобыльской АЭС, прибыть в столицу, пообщаться. Дети, это, которые имеют определенные заслуги в спорте, в науке, в творчестве. Поэтому мы сегодня рады их видеть, для того, чтобы с ними пообщаться, чтобы они тоже немножко побыли в столице и поучаствовали в таких хороших мероприятиях. Здесь нравится. Мы подготовили стихи и будем их читать. Это нас позвали 8 человек с нашего курса, всего с лицея 40 человек, и выбирали самых ответственных. Ночь стиха по тверди зыбкой, звезды южные дрожат, отчим матери с улыбкой, ясно тихие горят. Ни ушей, ни взоров лишних, вот пропели петухи, и за ангелами высших славят Бога. Сегодня действительно такой праздник, который вызывает чувство волнения абсолютно у всех. Нет равнодушных сегодня людей, потому что такое событие, которое, ну, вы знаете, выходит за пределы планетарного миропонимания. И вот смотришь на детишек и думаешь, Господи, вот они действительно чистые сердцем, они все воспринимают так, как мы, взрослые, должны воспринимать. Они чувствуют это чистым сердцем. Вот и мы почувствуем подлинности праздник Рождества, если мы подготовимся и с чистым сердцем встретим этот праздник. Мы хотим поздравить вас с этим великим праздником, пожелать вам самого главного здоровья, мира, добра. Хотим тоже подарить вам такой подарок, сделанный своими руками. И каравай, наш будущий, русский,